Сердце? Что за место? Что это значит? Сними маску свою, Уэйд. Нет бы сказать штаны. А давай сыграем. Эдриан Броуди или Адам Броуди? Итак, закрывай глаза и открывай рот. Не нужно шутки шутить. Говорить нужно. Тебе жизнь налаживать надобно. О, как ярко. Будто софитом на меня светит. Тренироваться, чтобы стать Иксом. Не выйдет из меня Икс, Иисус Блисто, сколько не тушься. Это мягко сказано. Уэйд Юкио. Юкио Уэйд. Это что за гений чистой крепоты? Это расист сраный, моя девушка. Воу, остуди свой диверсити пыл. Я удивился подруге вообще. Особенно Пинки Пай из маленького пони. А он классный. Ты обожди. Всего тебе плохого. Пока. А теперь свод правил поведения. Первое правило. Не убей вообще никого, даже злодея. Второе правило. Подписывай контейнеры. Уэйд. Уэйд. Оставь меня, блестяшка. Я в глубокой печали. Сколько тут по стенам пердунов. Это чей дом? Калисты Флокхар? Эта хреновина сама поранилась. Чем в этом доме вообще заниматься? Садиться в кружок и изливать чувства? Кстати, из кого кружок будет? Тут никогда ни единой души. Кроме тебя и сверхзвуковой боехрен выговоришь. Довольно! Сказал же, отстань! Ах ты! Чурбан! Сунули бы нам хоть одного завалящего. Члены Икс, и не мне в рот. Мы же подняли больше, чем изобретатель штанов. Самого завалящего из всех мутантов, да хоть босса с гигантскими крыльями. Кстати, нахрена они? Гонять в метре от земли в ближайшую кофейню за маффином? Нет. Человек Икс из меня вообще никакой. Во-первых, я не девственник. Во-вторых, я... Надо было оставить тебя и дальше себя жалеть. Но друзья так не делают. Друзья помогают. Друзья должны не бросать, а стоять. Горой друг на друга стоять. А ты всех подводишь. Я тебя притащил. Рисковал сильно. Погоди, один из убийц Ванессы еще живой. Хватка твоя чугунная. Я уж думал, целоваться полезешь. И если б так, я б тебя не остановил. Мы... найдем злодея и будем совершать над ним правосудие. Это я. Я один остался живой. Остальных я убил всех, но себя убить не смог. Мы хотели с ней ребенка. Хотели завести с ней семью. Уэйд. Ванессу не вернуть. Ее больше не будет. Ты хотел семью другую, но нужна тебе эта. Сердце у тебя доброе, и здесь ему место. Как ты сказал? Про мое сердце. Я, кажется, обрел дома.